Ти що, не збуд красавчик? Как он просох. Но он менее пыльный и марки, но не менее вкусный. Первый бонус у нас будет ватутин. Не думала, что ватутин произведет такое впечатление, но он очень вкусный, нежный. Потрясающе просох, повторюсь. Это у нас мечта. Мечта немножечко со вкусом сливок и чуточку прям по белке. Это у нас будет Элен. Какие все марки. Я думаю, все слышали, какой звонкий хруст у Елены. Так, это у нас снежок.